Всем привет! Давайте сегодня приготовим салат грибы с фасолью. Для этого возьмем одну банку консервированных шампиньонов. Шампиньоны у меня уже нарезаны. Сольем жидкость, добавим в салатник. Возьмем банку с фасолью. Фасоль у меня красная. Также сольем жидкость, добавим в салатник. Полукольцами нарежем репчатый лук. Мелко нарежем чеснок. На подсолнечном масле обжарим лук до готовности в течение 2-3 минут. Добавим чеснок, обжарим в течение минуты. Добавим лук с чесноком в салатник, приготовим домашний майонез. В емкость для блендера нальем подсолнечное масло. Добавим яблочный уксус, соль, яйца. Добавим горчицу. Блендером, начиная с желтков яиц, на минимальной скорости размешаем до густоты майонез. Майонез готов. Добавим свежей либо сушеной зелени. Я добавил кинзу. Затем добавим майонез. Все тщательно перемешаем. Оставим на часик в холодильнике. Наш салат готов. Кому понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь с друзьями в социальных сетях. Всем до новых встреч!